Всем привет, дорогие друзья! Сегодня мы поиграем в стратежку под названием Диктатора. Как я понимаю, мы играем тут за диктатора и управляем своей страной. Так, давайте уже начнем играть за славы, достижения, проголосовать. Ну, давайте сразу играть. Новая игра. Так, легко, бюджет. Сколько тут? 500 тысяч. Даже? Да, хорошо. Спокойно, политическая обстановка, все хорошо. Да, ну, мы играем пока на легком уровне сложности, и у нас все хорошо. Некоторые случайные события оказываются. Реклама. Скип-видео, да. Основная ваша задача прожить как можно дольше, удерживая власть в своих руках, доберись до этой цели. Так. Представители фракции пришли к вам с прошением ознакомиться с прогнозом аналитиков, прежде чем принять решение. Помните, что следует в случае отказа лояльность посещений фракции будет снижена. Военные. Открыть дополнительные призывы. Так, понятно. Далее. Ой. Открыть дополнительные призывные пункты. Лояльность, военный плюс один, рабочий плюс. Военный плюс один сила. Ну, в принципе, ежемесячно минус 50. Почему бы и нет? Пока все хорошо. Нужно уметь защищать свои границы. И мы это должны уметь делать. Так, отчет полиции. Отчет полиции крайне полезен и содержит всю информацию о вашей стране. Поддерживайте хорошие отношения с полицией, чтобы получить отчеты. Так, стоимость 1000. Запросить полицейский отчет. Ну, окей, ну, ненормально. В отчете полиции отражена информация о силе и лояльности фракции. А принимать новые эконопроекты, чтобы улучшить отношения с фракциями. Так, военные. Так, того, лояльность, военные. Сила тоже на высоте, рабочая лояльность, ну, не скажу, что много. Партизаны, ну, у нас нет войны, но сила высока. Но это, опять же, зависит от рабочих, как я понимаю. Предприниматели, опять же, предпринимательская жилка у нас не развита в стране. Румбия, что это такое? Полицейский, так. Первые пять, как я понимаю, это фракции, а дальше идут какие-то страны. В стране все спокойно. Ну, в принципе, все понятно. Это начало игры, пока ничего особенного. Так. Да, тут как бы два партнера. Это Россия и США. Ну, у нас с ними хорошие отношения, лояльность. Отлично. Вы можете улучшить отношения с фракциями, получить финансовую помощь и даже купить личный вертолет. Законопроект улучшит отношения с одной из фракций. Принимайте законопроект для улучшения отношений с другими фракциями. Помнишь, что всем угодить нельзя. Да, на два стула сесть типа как-то странно. Точнее, нереально. Так, обязать иммигранта к воинской службе, увеличу расход на снабжение армии, вести обязанную воинскую службу, оказать поддержку. Оказать поддержку. Так. НАТО это американская фигня, так что у них повысится лояльность, Россия, как я понимаю, упадет. Провести военное учение за границей с Румбией. А это другая страна, как я понимаю, тоже очень хорошая. Ну, давайте дальше посмотрим. Увеличить расходы на снабжение армии. Повысить заработную плату трудящимся. 4 ежемесячная. Увеличить на 4. Я еще подумаю. Снижение пенсионного возраста для рабочих. Разрешение на проведение митинга. Лояльность рабочая. Полицейский. Давайте. Как бы с полицией у нас все варигут. Так, ввести запрет на трудоустройство иммигрантов. Нет. Выплатить субсидию на развитие бизнеса. Льготы авиабилет для военнослужащих. А у нас что есть там предприниматель посадить? Давайте предпринимателя разовьем, как бы это не будет лишним, мне кажется.
Обложить пошлины посылки из зарубежных стран. Зачем? Хотя это деньги поднимет. Но пока у нас все хорошо, мне все нравится. Выплатить субсидии на развитие бизнеса. Так, сила, лояльность. Предприниматель военный. Сила. Нормально. Значит, мы поразвивали бизнес. Так, увеличим расход на снабжение армии. Всеобязательную войскую службу. Давайте увеличим рабочую. А, предприниматель. Блин, типа я поулучшал и обратно все вернул на место. Ладно, давайте пусть будет так пока. Так, безопасность. А, вы можете заплатить бюджетными деньгами за вашу безопасность. Телохранители могут защитить вас от наемного убийцы. А вертолет поможет сбежать из страны в случае революции. Так, this is revolution. А, приобрести личный вертолет. Это сколько? О, все попадает, конечно же. Секретная полиция премьер-министра. Полицейский, о, все попадает прям жестко. Возможно, траты 100, нет, много отправить бюджетные деньги на личный счет. Так, приобретите, нет, нельзя так. Прогноз аналитиков. Да что еще раз? Дать больше полномочий секретной полиции. Нужно нанять телохранителей. Ну, все попадало, но ничего страшного. Ежемесячно. Так, это что, это все за полицию, что ли? Ну, ладно, ничего особенного. Реформа. Улучшить отношения со всеми фракциями. Проведение реформы и рекламной акции для улучшения отношений с другими фракциями. Платить можно всем, конечно, если у вас достаточно денег. Субсидии всему населению. 80. А, офигеть. Увеличить количество пропаганды в СМИ. Да, так это нужно. Как бы пропаганда, это все хорошо. Подкупить иностранные СМИ. 50к. Да, все можно купить, короче, все. Это понятно. Ежемесячные расходы, это что еще раз? Вступить в торговый союз с Румынией и Россией. Так, вступить в НАТО. Вступить в НАТО. Можно и туда, как бы. О, офигеть, сотка. 10. А у меня как бы доход увеличится, не понимаю, бюджет. О, финансовая помощь. Вы можете получить финансовую помощь от каждой страны. Сумма будет зависеть от лояльности страны. Если лояльность к вам низкая или вашей казне достаточно денег, вам могут оказать помощь. Гуманитарную помощь у США. Вы можете запросить финансовую помощь у этой страны только один раз. Если в вашей казне достаточно денег, вам могут оказать финансовую... О, музыка пошла, интересно. Взять кредит у России один раз, понятно, попросить займ у Румбрии. Короче, Румбрии, США, Россия, обменять иностранную валюту. Вы можете поменять на 50 валют вашей страны. А, 35 рублей. Не лучшая идея, но ладно. Полиция оказывает... да? Завершение чтения. Пассажирский самолет Boeing 737, летевший рейсом Москва-Вашингтон, разбился при посадке в аэропорту. Авиакатастрофа унесла жизни 6 членов экипажа и 44 пассажиров. Сила рабочих снижена. Новый месяц. Казна ежем... А, ну да, у меня денег не прибавляется, как я понял. Так, национальные земельные участки принадлежат русским иммигрантам. Так, лояльность, рабочий, предприниматель. Так, национализировать земные участки, принадлежащие русским иммигрантам. Так. Типа... Нет, наверное. Так. Нет, не то. Назад. Окей, далее. Вот, все, отчет. Давай смотреть. Так, безопасность. Так, блин, а у меня нет отчета. Что как? Ладно, давайте посмотрим, какие законопроекты есть. То есть лично. А, нет, законопроекта нет. Безопасность, бюджет, законопроект. Нашел. Увеличить расходы. Повысить заработную плату трудящимся. Предприниматель минус 2. Интересно. Можешь вообще предпринимателей, типа, убрать нафиг. Будет только рабочий класс. Государственное... войскам обязательно мигрантам... Да, мне кажется, это хорошо. Мне кажется,
все-таки стоит их обязать, иммигрантов, служить в армейке. Так, давайте посмотрим дальше. Полицейский отказывается предоставлять вам... Блин. Нужно развивать с полицией, короче, отношения. Я тупой. Наводнение за западе страны унесло жизни 19 человек. Всем пострадавшим указан гитар. Хорошо. Бюджет средства были потрачены. Помните, что заработать вам не удается. Не удастся. На огнестрельное оружие. Рабочий. Нет. У меня полиция упадет. У меня все упадет. Отказ предоставлять вам отчет. Так, значит, реформы. Бесплатная медицинская для населения. Медицина для населения. Это 8к стоит. А у меня с деньгами все плохо. Прогноз аналитиков, значит, купить иностранных. Не, у нас пока с этим все нормально, как я понимаю. Законопроекты, бюджет, блин, где это было? А что с полицией что-то связано этим, чтобы повысить подпись, безопасность США, бесплатная медицина, так, а воинскую службу, принять закон о борьбе с коррупцией. Предприниматели минус 2. Чего? Реальность сила минус предприниматели упадут. Вести запрет от трудоустройства иммигрантов. Нет, точно нет. Повысить зарплату. Увеличить расходы на снабжение армии. Вести обязательную воинскую службу. Вести час. Вести комендантский час для иностранцев. А что это мне даст? Полицию мне даст. Но и не так уж и мог. Провести военное учение. Румыния военную. Указать, блин, отменить антимонопольные законы, что упадет, рабочие падают, предприниматели растут. Так, значит, разрешишь зарубежные командировки, запретить цитирование оппозиционных СМИ, запустить поставку водки в страну. А почему США падают, я не понимаю. А легализовать только женское однополое. О, вести запрет. Где налоговые льготы для рабочих на производстве? Рабочие. Так, я уже трачу на это, как я понимаю. Предприниматели военные. Вывести заработную плату. Так. Мне все-таки сейчас нужно... закупить новое вооружение, обязательно воинскую службу. Военная, не-не-не. Где полиция там бьет? Полицейские. Вести комендантский час. Или там еще что-то есть. Военные США. Румыния военная плюс один. Так, да где это? Ладно, давайте это запустим. Все, мне пофиг совершенно. Принять закон о борьбе с коррупцией. Но... вести запрет. А где, мать ваша? Где это говно? Так, бюджет. Это понятно. Странно, что революция. Революция. Ну, какой революция. Остаться со своим народом. Обратись к советам за помощью. А, я не знаю, с чем у меня все. Я борьба с мятежниками. Так. Диктатор был казнен. Смешно. Для доступа к маркетингу достаточно проще к рыбовым сервисам. 92 рекорд. Окей. Давайте еще раз. Новая игра. Легко. Теперь нельзя портить отношения с полицией, чтобы они мне предоставляли отчет. Я хотя понимал. Открыть бесплатный тренажерный зал, военный минус один. Ну, нет. Да, посмотрим. Так, военными у нас все отлично. Военными просто good. О,
По-полицейски у нас пока что все хорошо. Предприниматели США. Короче, у нас много предпринимателей. Военные рабочие. Так. Полицейские у нас все хорошо пока. Далее. Так, не принимать глупых законов. Все. Ученая Румыния. Оказать поддержку. Россия. Так. Давайте, что ли, развиваться в плане США или что? Вести запрет на труд. Построить. Рабочая Румыния. Не знаю. Разрешить зарубежные командировки. Применять полицейские? Нет. Это точно нет. Предприниматели США минус 3. Запустить поставку водки в страну. А как это на США влияет, я не понимаю. Совершенно. Так, так. Понизиться на боеприпасы. Предприниматели, конечно, падают. Провести лояльность? Нет. Провести учение с воскомером? США на 4. Не хочу так терять. Сильная лояльность. Военные. США. Мы не Россия. Опять же, я тут ничего интересного не вижу пока. Тут ничего с полицией прям связанного прям нету. А, вот. Прогнозы рабочие минус 3. Я если потеряю... А. Так. А давайте. Я потом, короче, подкуплю их просто. Мне как-то вообще пофиг. Реформа? Типа того, что ли? 50к нормально. Блин, почему я тогда не сделал? Ну ладно. Что-то я начал тупить в первой игре. Так, безопасность, но не телохранители. А, все попадают. Опа! Вот тут сразу 5 дает. Ну, хотя сейчас у нас полиция все норм, так что... фракция планирует революцию в стране, вы... фракция планирует революцию в стране, вы можете избежать революции, если лучше отношения с фракциями. Если избежать революции, не удается, покупка вертолета повысит ваш шанс на успех при побеге. Партизаны рабочие. Дождем рабочих, значит. Наводнение на западе страны, служить 90 человек, всем пострадал, оказал гуманитарную помощь. Это у нас уже, по-моему, было. Предприниматели. Национализировать бизнес румбецев. Предприниматели. Не думаю. Пока не думаю. Так. Рабочие. Опять же. Проблемы с рабочими. Так, реформа, значит, подкупить, увеличить количество пропаганды в СМИ, это все прям поднимает. Нет, где-то было странное, я хочу именно для рабочих. Так, прогноз, это что еще раз? Подписать, гарантировать безопасность США, вступить НАТО, нет. Увеличить количество пропаганды в СМИ, давай. Давайте вот так. Да, выделить субсидии, да. Денег очень мало, но мы стараемся менять иностранную, попросить займы. Потом попросим займы. Пока у нас отношения со всеми странами, по-моему, нормально. И у нас все хорошо. Зарубежным кому-то. Отмена антиполь. Так, это что такое? Предпринимателям. Рабочий минус 3. О, нет, плохая идея. Давайте дальше, что ли? Отчет. Не, у нас все хорошо. У нас все. Предприниматели на высшем уровне. Можно даже их понизить. Немножко предпринимателю припустить. И военные на высшем уровне. Нет, у нас пока все. Мне все нравится. Далее. По меньшей мере 6 человек погибло и еще несколько считается пропавшим без вести. После того, как в результате мощного взрыва, вызванного утечкой газа, обрушилось 2 жилых дома в столице США. Нормально, все хорошо. Запрет на строительство, предприниматели, запрет на строительство военных баз на личных земельных участках. А типа, что я потеряю? Не буду пока принимать. Так, а того, предприниматели...
Давайте развивайте рабочих. Рабочим. Понизить цены на боеприпасы. Налоговые льготы для рабочих на производство. Так, это... давайте так. Понизим. Да, все, мне все нравится пока. Так, что еще есть? Давайте подписать, понизить налоги. Офигеть, 10к. А, нет, это на 10. Нет, но это в крайних случаях, типа доход ежемесячно снимается уже 60к. И это меня не очень радует. Безопасность. А сколько вертолет стоит? Приобрести личный вертолет. О, все вообще в жопу катится. Давайте пока не будем. Потом. Далее. Полицейские. Не, у нас все отлично. У нас все хорошо. Торнадо в США унесло жизни 9 человек, еще 28 госпитализированы с тяжелыми ранениями. Организован сбор средств на оказание помощи семьям пострадавшим. Лояльность США увеличилась. А, с чего? Так, построили военные базы на границе с Полюкару. А военные-то упадут еще жестко. Да не есть, хорошо. Давайте нет. Отчет. Военные в жопе. Давайте далее. Законопроекты. Понизить на боеприпасы. Это сколько у нас будет стоить? Предприниматели. Предприниматели тогда в жопу пойдут. Производитель совместного учения. Ой. Все плохо. Вести обязательно. Рабочий. Блин. Что-то печалька. Давайте так. Вот это пока, мне кажется, самый нормальный вариант будет. А предприниматели его сейчас упадут, да? Реформа. Бесплатная медицина для населения. Ежемесячно не 8к. Ха-ха. Понизить налоги. Так, это... Да блин, нового не появляется ничего. А я бы хотел, чтобы появлялось. Сократить поставки сырья Румынии. Зарубежные командировки. Отмена типа... ничего не могу предложить. А, ну предприниматели в жопе, так что давайте следующий ход предпринимателя развивать. Митинг рабочих в России закончился разгоном демонстрантов. Ага, норма. Так, снабдить солдат разрывными патронами. А смысл? Нет. А нахера? Типа... Ну, сейчас военные США как бы на одном уровне. Вот Россия сейчас меньше всего. Она как бы сейчас находится... Она сейчас как бы сама сильная США. Вообще, мы как бы можем победить Румынию сейчас. Так что будем развивать, короче, рабочих и предпринимателей. Ну, стараться. Так, а что я хотел... Так, давайте посмотрим. Отмените льготы на авиабилет для авиаслужащих. Предприниматели хотели развивать... вывод после торговли США. Предприниматели падает. Отменить льготы, снижение налога на доходы юридических лиц. Давайте так. Пока нормально. Типа того. Так, следующий день, скорее всего. Да, отчет. Военные в жопе. Давайте военных развивать. Да. Остальное все стабильно. Извержение вулкана в Румбии, унесло жизни 39 человек, организован сбор средств, лояльность Румынии увеличилась. Нормально, просто так. Военный бюджет армии. Ну давайте, у нас армия как бы... Да, у нас все отлично. Теперь раздаем с другими странами как бы. Отношения все хорошо. Бюджет, попросить займу... Займы, финансовую помощь, давайте. Запрос финансовой помощи. Вау, 149к. Получили финансовую помощь. Спасибо. Далее. У нас все вообще good, nice. Можем жить еще как бы... Три хода, по крайней мере. Легализовать только... Принять закон о борьбе с коррупцией. Предприниматели упадут.
А мы ничего не можем принимать. Такого прям. Ну да, у нас все отлично. Но опять же, взаимоотношения развиваем с другими странами, все хорошо. В шахте произошел взрыв. Ментовоздушная смесь, количество погибших выйдет. Нормально. А присутствие предпринимателей рабочих союзов в правительстве. Рабочий предприниматель. О, сложный выбор. Реально сложно. Так. Я не знаю, что я больше потеряю. Давайте. Давайте, да. Почему бы и нет? Предприниматели в жопе, а остальное все хорошо. Короче, разыграем предпринимателей. И у нас все будет отлично. Так. Как мы будем развивать предпринимателей? Налоговые льготы. Обложить пошлины на послуги. Вводить. Отменить льготы на вели. Предприниматель плюс 2, военный минус 3. А, прибыль 25 даже. Даже зарабатывать с этим можно. А затраты предпринимателя плюс 2. Давайте вот так. Это что еще раз? Снижение налогов на доход. Вот так. Все хорошо. А, все окей. Далее. Так. Военные, полицейские на уровне. Предприниматель. Да, у нас отлично. Все хорошо. Пассажирский самолет Боинг. Было. У нас это было. Висит цензура в интернете. Рабочие. Мы не очень много потеряем. Отчет. Ну, такое. Такое. Спорт на бюджет. Взять кредит в России. Конечно. Да, русская матрешка. Пум-пум. А, чё так мало? Россия, матушка, ты. Все это в порядке. Гуманитарную помощь в США давайте. Сейчас я должен, типа, больше всего. Ну, как я понимаю, с кем лучше взаимоотношения, тот больше и дает. Скорее всего, так. Так, мне кажется, что сейчас, на следующем ходу или сейчас, мне нужно будет купить уже вертолетик. Потому что. Что-то очко у меня, жом-жом. Приобрести личный вертолет. Знаете, хранить ли они? Реформа. А, выдать субсидии всему населению. Понизить налоги, подкупить бесплатным. Так. Давайте так, что ли. Субсидии всем выдадим. А, в общем-то, все. Да, у нас все нормально. 100 лет приобретен. Объявление частичной мобилизации оружия сильно. Жалование военных и полицейских выплачивается из бюджета, так как вы исчерпали бюджет страны. Лояльность из этих Франции будет снижена до нуля, что может привести к революции или покушению на вашу жизнь. Национализируйте земной участок. Россия. Давайте. Россия еще в жопе. А давайте, типа, посмотрим, что будет. Мне интересно даже. Так. Как мы там заработать можем? Увеличить на 4. Блин, много. Мы много платим. Как. Это, короче, хорошо. Предприниматель. Военный, да, в пиз. Кому эти военные вообще нужны? Так, легализовать только женский пол. Затрата не, мне нужен доход. Что это дает доход? Так, это что? Увеличивается минус 4. А, не, да, пусть так. Все хорошо, все, минус 4, закупить оружие в России. Затраты военные, произвести затраты. Произвести, что тут нет. Вести обязательно войску службы. А где? То, что мне бабок давать будет.
Так, я краем глаз сейчас пробегаюсь. Так, затраты. Короче, тут, как я понял, уже бюджет обменять. Ха-ха-ха. Денежки. Так, закупить оружие. Денег нет. Казачий нет. Склад медицины. Да, вообще. Тут же как бы, блин, в законопроекте должно что-то быть. Затраты. Ну, блин, где? Снижение налога на доходы. Субсидии на бизнес. Вести обязательно войску. Произвести войну. А, закупить оружие в России. Конечно, нет. Нет ничего. Значит, я понял, все в попе. А наводнение у России уничтожило было 1000 жилых домов. Пострадавших неизвестно. Предприниматели... Разрешен найм личных телохранителей. А, нет. Нет, точно нет. Короче, все. Страна РИП. Правильно, бюджет. Приобретите отключение рекламы, баннеров, доступ к дополнительному уровню сложности, возможность отправлять бюджетные деньги за счет насчет диктатуры получить больше очков. А, на ней главу. Ну все, тут уже ничего не сделать. Да, тут все. Сократить поставку среди. Так. Опа! Что это такие? Разрешить зарубежные командировки. Прибыль 25. А, что мне терять? Снижение налогов дохода. Одни затраты. Расход. Затраты. Затраты. Ничего. Где? Мне не нужны затраты. Ежемесячно увеличено на 4. Купить. Затраты. Приобрести. Ладно, давайте следующий ход. Уже ничего не может делать. А полиция оказывается... А, все. Полиция нам уже ничего не даст. Военные. Выдворить миротворцев на 3 страны. А почему бы и нет? Полиция сказала... Все. Теперь Америка в попе. Все. Погнали дальше. В ходе митинга рабочие состоят... Ой. Митинг с промышленности. Так, все, денег нет. Предприниматели сняли с должности главу секретной полиции. Снять с должности главу секретной предприниматели. Нет, не будем никого снимать. Нет. Ну, короче, все. В стране началась революция. Революция нафиг. Спасаться бегством. Лохи. Диктор попался. Ты попытался? Пытался. Вы потеряли власть над страной, но сохранили жизнь. Ебо. Время правления 11 месяцев. Блин, президент выжил? Да, плюс 25. Лайн эффект. Новый рекорд. Подписывайтесь на канал, ставьте лайки. Если вам понравилась эта игра, я сниму вторую серию. И всем удачи, и всем пока-пока.